Я хотел бы всем жителям Бурятии передать особое тибетское приветствие. В Улан-Удэ приехал Геше Джампа Тинлей, представитель Далай-ламы 14-го. Он пробудет в Бурятии почти все лето с объемной программой. Сегодня он дал небольшую пресс-конференцию. Первое, о чем бы я хотел сегодня поговорить, это об организации музыкального фестиваля, посвященного 88-летию его святейшества Далай-ламы. В этом фестивале примут участие музыканты, артисты из Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии, также приедут тибетцы из Индии. Фестиваль пройдет 6 июля в Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе. Кроме того, с 8 июня и до 3 июля Геше Джампа Тинлей проведет цикл лекций по философии. Также в летней программе построение мандалы Будды медицины, а также байкальский ретрит по Ламриму. Помимо анонсирования мероприятий, Геше ответил на ряд вопросов, в том числе и про карму россиян. Что касается коллективной кармы, то у нас, у жителей России, совсем неплохая карма, богатая ресурсами. Что касается тех небольших проблем, которые сейчас мы переживаем, то это связано главным образом с намерениями Америки. Посредством этого конфликта, посредством введения санкций, они хотят, чтобы Россия развалилась. Они начали контролировать российское руководство, но этого не случилось. Здесь же он анонсировал визит в Бурятию Линго Ринпоче по приглашению главы буддистов России Дамбы Аюшеева, который приедет 17 июля. Это очень особенный случай, и в первую очередь я бы хотел поговорить о личности его преосвященства Линго Ринпоче. Он очень особая личность. Предыдущее воплощение его преосвященства Линго Ринпоче являлся главным учителем его святейшества Далай-ламы. Среди участников были и ученики Геше Джампа Тинлея. Ольга, например, пришла к учению в 2008 году, ища ответы на извечные вопросы. Говорят, что да, Будда передал 84 тысячи томов учения, и все это учение предназначено для как бы каждого человека, для того, чтобы укротить свой ум, потому что у нас у всех очень много каких-то трудностей, сложностей, с чем мы встречаемся внутри и снаружи. Для меня, наверное, это в том, чтобы всегда искать возможность как быть немножко добрее, немножко более заботливым человеком, внимательным другим. Подробную программу запланированных мероприятий можно найти на сайте на экране. Возрастное ограничение лекций, построение мандалы и байкальского ретрита – 0+, музыкального фестиваля – 6+. Дорж Себеданов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.